замучили менять персонажей. Хотим Гарфилда обратно. Тоби Магуайр наш паук. Как же вы мне надоели. Что же делать? А ты еще кто? Я Алая Ведьма. А вы же Стэн Ли? Разве ты не моя выдумка? Вы же сами сказали, что не знаете, что делать. Вот я и пришла. Что было в моем кофе? Послушайте, я могу менять реальности. Вам же надоели эти распри по поводу Человека-паука. Пора вам встретиться со своими героями и узнать, что они об этом думают. Это вы нам все надоели. То фильмы перезапускаете, то франшизы. Меняйте актеров. Вы вообще видели этого Человека-факела? Нас вот тоже наш Паркер достал, но мы же молчим. А почему мы, собственно, молчим? Давайте найдем нового Человека-паука, и у нас это получится лучше. Да, но... Никаких «но». Смотрите и учитесь как надо. Ну можно я хотя бы буду судить? Ладно, вот я хочу быть новым Человеком-пауком. Ну, я даже не знаю. Что значит «я не знаю»? Я буду отличным Человеком-пауком. Но ты модель, а не супергерой. Вот именно. Нам нужно что-то новое. Вы только представьте себе. Исключено. Только и этого не хватало. Тогда можно я? Я буду отличным Человеком-пауком. Вы смотрели последний фильм? Я умная, красивая, добрая. Я просто идеально подхожу. Только у нас с тобой одна проблема. Какая еще проблема? Тебя убили. Когда это? Сейчас. Такими темпами мы точно не найдем нового Человека-паука. А ты-то что здесь делаешь? Как что? Слышал, тут пробует народ Человека-паука проходит? Вот именно! Ты тут каким боком? Да мы с Питером как братья. У нас даже костюмы похожи. С чего бы мне не подойти на эту роль? Да все знают, что ты чокнутый! Вэн, молчи, ты умерла. А зомбачка права. Человек-паук положительный персонаж, а ты наемный убийца. Вот именно. А теперь я хочу быть добрым. Питера все любят. Он классный. У него много денег. Вранье! Гвен, ты умерла. Боюсь, Дэдпул, ты слишком взбалмошный для этой роли. Это я-то взбалмошный? Да я просто прекрасен. И Тони Старк и Старлов в одном флаконе. Меня нельзя поймать все время вне закона. Я не зеленый, не с другой планеты. Я ко всем вопросам в миг найду ответы. Что это было вообще? Неужели не понравилось? Нам это вряд ли подойдет. Хорошо, хорошо, мы вам перезвоним. Но я тоже могу сняться в рекламе Липтон. Ну, теперь, когда все конкуренты разошлись, я хочу быть новым Человеком-пауком. Гарри, но ты же зеленый гоблин. А я-то думаю, что я упустил? Я пришла пробоваться на роль Человека-паука. Да ты шутишь! О чем вы? Я просто проходила мимо и увидела здесь кастинг. Я всегда мечтала быть актрисой с самого детства. Кстати, меня зовут Анастейша. Куда мне пойти? Дэдпул, все поняли, что это ты. Хватит устраивать маскарад. Да сними ты эту маску уже. Ребят, тут такое дело. Здесь кастинг проходит. Какой мужчина! Гвен, ты, Уф, Мера, Ла, ты еще кто такой? Какого Робина? Ты же из другой студии. Ну, я личность разносторонняя. Эй, это место уже забито. Ты еще кто такой? Договоришься мне. Что ты сказал? А что слышал? Давай так,
кто из нас окажется сильнее, тот и станет Человеком-пауком. Это еще что? Обманный маневр. Кого они породили? Может, нам все-таки... Нет, хватит кастингов. Я уже все понял. Вы важны для Человека-паука. Но никто из вас не должен им быть. Вы индивидуальности. Ты очень красивая. Ты самая умная была. Гарри, мальчик мой, ты избранный. Я создавал Человека-паука, чтобы он дарил людям надежду, вдохновлял их своими поступками, а не сеял вокруг себя споры и распри. А ведь он прав. Только Питер Паркер может быть Человеком-пауком. Супергерой, мое напряжение, опасность, высокое напряжение. Да вы издеваетесь?